Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Сегодня готовим легкий салатик, идеальный вариант для весны, так как он низкокалорийный для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы к лету и насладиться замечательным вкусом. Для начала нужно сварить брокколи 300 грамм. Обязательно нужно посолить воду. У меня брокколи замороженная, небольшого размера, поэтому после закипания я варю ее 2-3 минуты. Нарезаем редис 300 грамм, отправляем в глубокую емкость. Брокколи я кладу в холодную, желательно ледяную воду, чтобы охладить ее и сохранить яркий цвет. Нарезаем 3 яйца. Добавляем 200 грамм кукурузы, добавляем 3 столовые ложки сметаны. Мне такой салат больше нравится с черным перцем, поэтому себе я его не жалею. Добавляйте по вкусу соль и перец. Все хорошо перемешиваем. Брокколи в салат я добавляю в конце, чтобы меньше повреждать соцветия, и аккуратно перемешиваю. Кто попробует салат, обязательно напишите свой отзыв в комментариях, буду рада. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус и до новых встреч!